Короче, ребят, всем привет, добро пожаловать в новый день. Немного больше прошло времени, чем мы планировали. Прошло 2 недели, потому что после последнего включения меня срубило. Немного приболел, чувствую себя не очень, но нужно продолжать, потому что времени не так много. Я свалился с ковидом и только-только пришел в себя. Запахи еще чувствую так, 50%. Но самое главное, что я выздоровел. Немножко отодвинулись по времени. Ну вот она, дверь в гараж. Леха, открывай. Мы продолжаем. Пам-пам. Леха, расскажи-ка подписчикам, что мы вчера тут ночью замутили. Вчера приехали, сразу ворвались в гараж, потому что уже охота все это быстренько сделать. Решили не ждать, да, ни сегодняшнего дня начала. Короче, мы усилили элемент соединения двух рам, приварили слайдеры для того, чтобы было жестче. И... сейчас я покажу, как они выглядели до этого. Это тоже детали, напиленные на лазере заранее. Вот такие штуки, 10 миллиметров. Эта часть будет, как сказать, шарнирная, скользить. И здесь должны толстые быть элементы, чтобы они не снашивались и держали скручивающуюся нагрузку. В общем, нам осталось что с ними их привести в красивый божеский вид, поставить внутри втулку и заварить это. И эта часть будет готова. Вон, покажи, одну мы вчера уже обработали. Так, вот она выглядит в конце почти. Здесь еще будет заглушка. Ставится и также точно заполировывается. Ну еще вот здесь будет втулочка. Внутри втулка распорная, потому что здесь будет проходить шпилька, да, которая будет обеспечивать этот шарнир. И внутри нужна втулка, потому что когда мы будем скручивать... Блин, ребят, прошу прощения за мой голос, но еще не до конца отошел, конечно. Нос заложен. Короче, здесь будет втулка, потому что когда мы будем стягивать, чтобы эти стенки не стянулись. Ну, в общем, здесь еще немного нужно доработать. Вставляется, кстати говоря, она сюда плотненько. Это должно быть. Тем самым одну штуку мы сейчас запилили, сейчас будем обрабатывать. Леха сейчас будет пилить, рубить. Здесь мы зачищаем болгарочкой просто сверху вот эти плоскости. А еще у нас есть такая штука. Ленич вместе со сварочником еще нам презентовал вот такую вот шарошку офигенную от воздуха. Воздух у меня в гараже есть. Ладно, Ленич, давай, да. Спасибо тебе. Я... успехов. Давай. Надеюсь, верну сварочник в целости и сохранности. Варим. Ей очень прикольно защищать швы. Вчера попробовали, получается вот так вот. Вот, если видно вам, достаточно прикольно. И такие места, где будет сильно видно, очень хорошо и обрабатывают. Почему мы подошли к завершению этого узла? Этот узел очень важен в нашем прицепе. Он соединяет две рамы, поэтому здесь должно быть все четко, без зазоров, без люфтов и так далее. Степа вытащил втулочку. Сейчас ее надо прихватить, после этого поставить пяточку, и, соответственно, мы уже будем крепить ее к другому раме. Заварил крышечку, швы такие получаются жирные, но Леха сейчас справится, я думаю, обточит, потому что лучше проварить целиком, чтобы потом второй раз не подваривать, сразу с жирным швом. Ну так, в принципе, к аппарату более-менее привык, сварка, конечно, походу не совсем мое, но справляюсь. Так, ну что, ребятки, вот такая красота у нас получилась. Еще, скорее всего, купим диск, который более гладко все это выбривает, и еще раз обработаем. В предвкушении комментариев, что типа когда спиливаешь сварочные швы
ослабляешь всю эту сварку и конструкцию. Ребят, я тут проваривал такими швами, что там, в принципе, можно посмотреть, сколько жира осталось. Поэтому в любом случае там все проварено глубоко и держаться будет хорошо. Получилось прикольно, и самое главное, что очень точно. Вот этот болт, даже по болту видно, как все это заходит плотно. И это хорошо, потому что, как Лёха сказал, этот узел нам очень важен. Короче, мы доделали шарнирно-подъемную часть нашего прицепа. И сейчас нам не хватает. Будем наращивать металл вот в этом месте, чтобы потом доделать раму, контур рамы. Каким образом, значит, мы берем, отпиливаем здесь вот так вот под 45. А почему под 45? А потому что так крепление довольно-таки больше надежней. И внутрь у нас будут вставляться пластины 3-миллиметровые для более жесткого соединения. В общем, сейчас тоже ответственный момент. Короче, ответственный момент. Ответственный момент. Нам надо соединить эти две части, чтобы они прям ровненько, так идеальненько срастились. Мы просверлили отверстия добавочные, мы вставляем пластину, укрепляем наше соединение, привариваемся в этих точках двух и, соответственно, соединяемся. Вставляем небольшой зазорчик и отлично его провариваем. Самое сложное, короче, чтобы соблюлась вот эта вот перпендикулярность, или как это сказать, параллельность, да? Вот этих двух частей. Короче, сейчас привариваем пластинки через эти отверстия и дальше уже будем класть на плот. Ну что, детали срочены. Получилось достаточно неплохо. В тех условиях, которые у нас есть сейчас, решили немножко убраться в гараже, потому что уже стало не очень приятно работать. И будем продолжать. Ох, сегодня хороший денек начался. Погода получше, чем вчера. Идем в гаражик. Вы видели, ребят, да, в каких Леха перчатках работает. На, братан, тебе. Спасибо, а можно еще? На себе возьму. Перчатки, кстати, от Вальфа. Место чудес. Так, ну что, начинается новый день, начинается новый рассказ о том, что мы будем сегодня делать. Короче говоря, нам нужно завершить периметр вот этой второй рамы. Собственно, на чертеже мы уже показывали, вот он. И план на сегодня сделать это и сделать кое-какие небольшие доработки. Вот сюда, допустим, заглушку хотим сделать и в заднюю часть. Металл у нас, кстати, в избытке. У нас тут прилично еще осталось, но мы решили сейчас раскатать вот эту штуку от купленного прицепа. Во-первых, оказалось, что вот эта труба двойка, а мы купили тройку, 3 мм стенка, поэтому она будет все-таки лучше сочетаться вот с этим куском. Короче говоря, сейчас вырезаем часть с этой стороны и часть с той стороны и будем изготавливать из нее вот эту часть. Ну что, уважаемые дамы и господа, как вам там на диванчике сидится? Мы вот с Лёхой за 4 часа сделали вторую часть рамы. Лёха, расскажи людям вообще. Да, за 4 часа мы так плотненько занялись второй частью рамы, сварили все элементы, зашкурили, зачистили. Все вроде как чисто, красиво. Она теперь умеет у нас вот так подниматься. Аккуратнее бы я сейчас так не очень делал бы, конечно. Вот, потом просто все... уже охота, на самом деле, подписчикам показать, что что-то происходит, помимо вот этих железяк на полу. Короче говоря, этот узел уже более-менее начинает работать. Что мы еще сделали? Степа поставил заглушечки, я сейчас зачищу. Кстати, обратите внимание, я уже более-менее прокачался, такие шовчики, да, пошли нормальные. А Леха, кстати, продвинулся в зачищение вот этой всякой шняги. Он постоянно приходит домой и моется по полчаса. И потом металл еще. Давай.
Короче, сейчас зачищаем тогда. И, в принципе, наверное, не знаю, Лех, наверное, сегодня, наверное, все, потому что мы сегодня прям плотно, наверное, 5 часов уже здесь торчим. Неплохо продвинулись. Короче, сейчас зачистим и расскажу планы по дальнейшему нашему. See you later. Кстати говоря, Ленечка просил привезти ему аппарат обратно, сказал, что он ему нужен, но я надеюсь, он нам его еще раз даст. Поэтому сейчас его нужно быстренько почистить, потому что, когда аппаратура не моя, я вообще, в принципе, не любитель брать у кого-то что-то, но вернуть нужно чистым. Естественно, используем очиститель Wolf. Все ссылочки на продукцию компании Wolf вы можете найти в описании под этим видео. Ну что, ребят? Мы с Лехой в этот раз неплохо потрудились. Я думаю, что эту серию на этой ноте мы закончим. Ставьте свои лайки, пишите комментарии по этой теме. Может быть, у вас есть какие-то предложения внедрить какую-нибудь свою технологию в наш прицеп. Краткий тизер с обзором того, что будет в следующей серии, смотрите прямо сейчас. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока.